Друзья, всем привет! Сегодня я покажу, как я делаю косую бейку для обработки края какого-то изделия. Так, под углом 45 градусов нарезала ленты, вот такие вот. Ширина ленты 5 сантиметров. Так, вот берем ленту, это я уже начала делать. Берем ленту, один кусочек, берем второй кусочек. И смотрите, вот так вот накладываем. И вот здесь, в этом месте, вот так вот прошиваем на швейной машинке, как бы под углом. Сейчас, минутку, я вам увеличу. Так, смотрите. Вот, положила. Вот она, ленточка у нас идет. Сейчас. Вот, эту так положили, а эту перпендикулярно ей. И вот так, чтобы пересекались они. И вот от этой точки к этой точке мы должны сделать шов. Идем на швейную машинку. Обычная прямая строчка. Игла по центру. И прошиваем. И вот так лишнюю ткань отрезаем. Потом мы, когда проглаживать будем, мы разутюжим этот шов. Вот такая получается лента у нас. Так, следующую берем, опять так накладываем, чтобы у нас была точка входа и точка выхода нашей иголки. Угу. Последнюю. Так, девочки, все ленты сшили. Что мы делаем дальше? А дальше мы должны эти швы разутюжить на утюге. И нам нужно вот такое приспособление для формирования беечки. 2,5 сантиметра. Идем с вами на утюг, включаем утюг. Итак, девочки, мы кладем его, вот нашу беечку, изнанкой к себе. Так, теперь берем край беечки и вставляем наше приспособление. Так, вставляем и чуть-чуть вытягиваем. Ой, чуть-чуть вытянули. Берем утюг, и вот она у нас сама сразу же, смотрите, формируется наша беечка. Видите? Утюгом ее гладим. Так. Вот так вот, с помощью нашего приспособления. И с помощью нашего утюга у нас получается быстро столько бейки, сколько мы нарезали лент. Чуть-чуть вот так утюжком придавливаем, девочки, чтобы наши вот эти сгибы сильнее как бы сформировались.
Так, буквально за 5 минут у вас готова веечка. Вот, девочки, наша веечка готова. Вот эти вот ниточки только мы обрежем, чтобы они нам в шитье потом не мешали. Можно сразу обрезать. Так, и теперь надо какую-нибудь картоночку или что-нибудь, на что намотать веечку. Видите, вот у меня уже намотанные лежат, чтобы всегда они были под рукой, девчонки. Так, ну что, я намотаю пока вот на эту штуку. Смотрите. Так вот. Так, 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 так. И потом сниму. Девчонки, кто на Алиэкспресс заказывал вот эти вот контейнеры под шпульки? Такая классная вещь. Скажите же, очень удобно, когда намотал разных цветов, да, этих шпулек. И сложил. И они всегда у тебя в одном месте. У меня вот пока две. Собираюсь еще заказать. Наверное, два контейнера еще закажу. Я один заказывала со шпульками, а второй заказывала по отдельности. Отдельно шпульки и отдельно контейнер. Разницы никакой нет. Ну вот. Девочки, вот, не знаю, сколько тут метров у нас, может, метров 5, я не измеряла. Наша веечка готова. Пока-пока, с вами была Марина.